Пане Михайло, новий міністр оборони Британії Грант Шапс, який приїздив на зустріч також із Володимиром Зеленським. Ми знаємо, напередодні приїздили міністри оборони Франції і Британії, зустрічалися з нашим президентом. Відповідно, після цього він заявив наступне, що Путін не знає, не може перемогти в цій війні, але він не знає, як з неї вийти. А в мене питання, як ви вважаєте, чи справді хоче Путін вийти з цієї війни? Чому я це запитую? Тому що зараз вся пропаганда базується на тому, що Росія воює проти всього світу. НАТО, Україна, фашисти. А якщо він завершить цю війну, що ж тоді годувати всередині? Проти кого ми воюємо? Чому я ходжу в туалет на вулицю? Чому в мене немає газу? Зараз винне НАТО. Зараз винні всі навколо, тому що вони ставлять на коліна Росію. А якщо в війну справді він хоче вийти з війни, що тоді казати всередині країни? Ну, во-первых, ви задаєте такі вопроси. Коли задаєте вопрос, а чому у мене нет туалету і нет газу, ви задаєте вопрос, який задав би українець. Росіяни такими вопросами не задаються. Они не знают, что должен быть туалет, что должен быть газ. Они же в Европе никогда не были. За границей не бывали. Дальше своего села тоже не ездили. Откуда им знать, что бывает что-то по-другому? Они унитазы не видели никогда. А вы как бы, почему они стали воровать унитазы? Они же их не видели никогда вообще в жизни. Поэтому вы не думай, не перекладывайте на нас, да, на себя всю эту историю. Там так думать не способны люди, которые не имеют газа и не имеют туалета. Вот. Поэтому и нет такого вопроса. Но в целом вопрос о том, хочет ли Путин выйти из войны, пока представляется ответ достаточно однозначным, что совершенно он не хочет из нее выходить, у него нет никакого интереса заканчивать войну, у него интерес есть продолжать ее. А зачем ему выходить? Совершенно непонятно. Вот вчера, кстати, есть же у Путина есть заместители. Заместители. Один из заместителей Путина – это Дмитрий Медведев. Это зам Путина по Совету Безопасности. Это зам Путина по комиссии по производству вооружений. Все Дмитрий Медведев. И он позавчера, не вчера, он сказал во время празднования вот этого присоединения так называемых оккупированных территорий, он сказал, что будут новые территории присоединяться к Российской Федерации. А как они присоединятся, если они не будут воевать? Поэтому им надо воевать. Нет у Путина никакого плана прекращать войну. Я думаю, что слова Медведева надо аккуратно перевести на все языки и разослать всем заинтересованным лицам на Западе, которые советуют начать переговоры. Вот же, зам Путина, первый зам, говорит, что нет, они будут забирать новые территории. И, кроме того, все последние послания Путина, которые он делал там федеральному собранию, еще где-то, они свидетельствовали о том, в общем, так сказать, содержался там месседж, что война – это теперь всегда. Всегда. Пока есть Российская Федерация, пока есть Путин, будет война. Эта страна всегда будет воевать. Поэтому нет у него интереса выходить из войны. Пане Михайле, якщо згадувати Туреччину і президента Туреччини Ердогана. Ми завжди з вами говорили, що в першу чергу в Туреччині є інтереси Туреччини, так? А далі вже все інше, все навколо. Чому зараз вирішив, от стільки років Туреччина була кандидатом на вступ в Європейський Союз, чому саме зараз вирішив піднімати ставки Ердоган, підігрівати це питання і розповідати, що, мовляв, нам набридло стукати в двері ЄС, нам ЄС фактично не потрібен? Ну, он, кстати, какие-то подобные вещи после выборов, вот когда у него недавно были выборы, на которых он победил, там же снова поднималась тема именно членства в Евросоюзе. Потому что действительно, вы правы, все уже как бы и забыли о том, что Турция кандидат. Были, я помню, те большие обсуждения давние, стародавние, о том, чтобы делать Турцию кандидатом. Вот. В общем, многие в Европе были против, считая, что Турция недостаточно для этого европейская страна, что она скорее азиатская. Что технически, территориально действительно правда. Но вот как бы победила точка зрения, что надо делать Турцию кандидатом. И именно Эрдоган, придя к власти, остановил все эти переговорные процессы. Были переговоры. Вот то, что у нас сегодня начинается с Европой, то у Турции уже было. Эрдоган вышел из этих переговоров. Поэтому он эту карту оставляет, так скорее, знаете, там, подразнить гусей. То подразнить Евросоюз, напоминанием, что алло, мы же кандидаты в ЕС, вы не забыли? То подразнить Россию словами, в смысле, вы о чем? Мы же кандидаты в Евросоюз, вы что? Вот, поэтому, ну, лежит такая карта у него в запасниках, вот и лежит. Мы же понимаем, что сейчас, по крайней мере, при Эрдогане,
ну, как при Путине Россия будет всегда воевать, так при Эрдогане Турция никогда не будет вступать в Евросоюз. Вот, вот и все. Поскольку это противоречит его личным, наверное, и политическим взглядам.